Вот козлы, вот не могу пройти мимо, ничего не сказать. Бутылки валяются пластмассовые, стеклянные. Но ты приехал, ты что приехал сюда, пьешь, да? Забери с собой обратно. Ой, какая красота, боже мой. Посмотрите, что тут. Я вижу столько белых грибов. Вот дорога. 3 метра я прошла. Но дело в том, что здесь дикие леса, и большинство грибников боятся. Медведи, лосей. А мне, видите, адреналина не хватает. Хожу, блин, где люди не ходят. Зато посмотрите тут, сколько грибов. Ты, боже мой, какая семейка здесь. Вот это да. Ну как не восхищаться, я не понимаю. Это вот как можно такую красоту не любить? Вы посмотрите, раз, два, три, четыре, пять. А вот тут был, наверное, большой срезан. Скорее всего, и вот срезан. Странно, а от него пошли грибы и выросли. Красотища! Так, поели. Ух ты, какая ножка у него красивая. Так, ну, я не знаю, кто тут ест сверху. Здесь кабаны, лоси, косули. И медведи, блин. Вот не было бы медведя, вообще не боялась бы. Рогатых не боюсь почему-то. Хорошо лазю по деревьям. Ух ты, красивый какой стоит тут. Вывернутый. Ну, красотища. Так. Эпопея не заканчивается. Это гриб, что ли? Огромный. Нет. Оказалось, что это такое? Пластмасс какой-то. Ну что сделать вот с такими людьми, а? Вот что сделать? Знала бы, кто все собрала бы домой, отвезла в окно, закинула. Ладно, прекрасным будем. Впереди вижу столько грибов. Сейчас вот эти положу, пойдем дальше.